Добрый день! Представляем вашему вниманию микс мужское и женское Том Тейлор «Зима». Подробности в ссылке под описанием. Кстати, у нас сейчас на этот лот действует акция, скидка 10%, поэтому цена очень хорошая. И здесь начнем мы с джемпера, даже можно сказать свитер, очень теплый, размер L, такой с вышивкой, шикарный просто. И брючки микровельвет, 46 размер, тоже цвет приятный. А здесь футболка, даже можно сказать блузка, S размерчик. Вот такая вся блестящая, нарядная, а сзади тоже однотонная. Здесь L размер, это блузочка. Вверх полностью сеточка. 2XL размер, тонковка, хлопок. Очень хорошего качества. Здесь эмочка, тоже джемпер. Тоже такой же теплый, как первый был. Прям плотненький, с люрексом, с узором. Тонковка мужская L. Размерчик, хлопок. Здесь тоже элька, рубашка, хлопок. Толстовка. Внутри петелька, 2XL и воротничок. Вот так вот на запах. Как бы высокий воротничок. Мужская. XL размер футболочка. Хлопок. 3XL размерчик рубашка. XS здесь тоже блузка. Немножко тянется материал. Здесь свитер мужской элька. Тоже воротничок на запах. М размер футболка, тоненькая. Здесь тоже М-ка, рубашка, хлопок. Блузка, штапельный материал, М-ка. L размер платье, шикарное, фактурное. Рукав 3/4 и оно вот так по фигуре, не длинное, то есть и теплое. Здесь XS размер, у нас тонковочка, рукав 3/4. S-ка, рубашка атласная, удлиненная рубашечка. Блузка шифоновая, прозрачная довольно-таки, L-ка. Здесь М-ка, тонковка мужская. XL размер, рубашка. Тоже цвет шикарный, прям вот он как глубокое море, знаете, вот переливается немножко, где-то в зелень, где-то вот синенький, очень красивый цвет. Джинсы 29 размер. Это женские джинсы, плотные. 38 размер, блузка, штапельный материал, длинный рукав. XL размерчик, здесь такой свитер на молнии. И передняя часть на синтепоне, то есть она вот стеганая, очень тепленькая. Элька футболочка. 28 размер. Джинсы женские. 40 размер. Блузка хлопок. Рукав 3/4. Здесь 42 размер. Брюки. На резинке. ML размер.
свитшот, очень приятный материал, плотный такой. Здесь эска, рукав 3/4 тоже, тонковочка. S-размерчик, толстовка с капюшоном и внутри с начесом. Юбка 44 размер, тянется хорошо, такая тепленькая юбочка. 34 размер брюки, стретч материал, плотные. Здесь эмочка, S размер, рубашка, хлопок. Здесь свитер, воротничок, стоечка, S размер, с шерстью. Пуховик Элька, длинный, очень длинный, он практически в пол. Прямой крой. Ну, он на синтепоне, не на пуху. Ну вот, очень теплый, высокий воротничок тоже. Двойной воротник. И вот он очень длинный. Здесь свитшот ML размер с высоким воротничком. М-ка парка, куртка, тоже очень теплая, довольно-таки. Внутри, так. Передняя, а нет, это даже немножко совсем здесь, как под мех, искусственный мех, вот здесь, на капюшоне. Вот. С опушкой и тоже удлиненная. На поясе есть утяжка. Здесь свитшот М-ка на флисе, внутри утепленный. Джинсы 34 размер и 32 длина. Это мужские джинсы. Плотный джинс. Здесь М-ка, тоже как танковочка с люрексом, в рубчик. 3XL размер джемпер тоненький с вискозой. М-ка мужской джемпер. 33 размер джинсы женские, тоже плотные очень. Толстовка, высокий ворот и она с начесом, это размер XL. Здесь пальто мужское. На синтепоне еще внутри. Элька. И двойной воротничок тоже для тепла. Коротенькое пальто. Элька. Танковка. Хлопок. И Элька футболка, тоже хлопочек. Так, и еще кое-что есть в этом луте. Есть шапочка с помпоном, вязаная. Шарф, тоже вязаный шарф, не широкий. Есть вот такой большой шарф, очень теплый, двухсторонний, двух цветов. Здесь снуд, тоже теплый. И куртка XL размер, скорее всего мужская куртка. Прямой крой, стеганая даже курточка на синтепоне с капюшоном. Капюшончик отстегивается. Вот. Это весь лот. Подробности, ссылки под описанием. Спасибо за внимание.